Вопрос. Зрителям не похуй. Блять, да. Ну только я уебищный, сразу буду говорить. Я тоже сразу, ну я тоже хуйня. Мы с тебя начинаем, получается. Сразу каждый раз. Ладно, Амина. Амина. Ну, блядь. Было такое, что Колян кончал на пол, а ты потом слизывала. Ой, блядь. Смакота. Блядь, реально. Ну, не было. Ну ладно, ну, блядь, ну чтобы старт, как говорится, был. Ебать, реально, уёбок сразу, блядь. Такая тварь ёбаная. Бля, падай на колени, нос нахуй, лежи, блядь, сука, ламинат. Так то, что уёбок, он еще и страшный пиздец. Блядь, какая тварь, господи, блядь. Ты уже задал вопрос, по очереди говорили же. Ты уже задал вопрос, мы говорили по очереди, Вадим. Тварь 192. Блять, на туре тварь 192, ебаная. Любое оскорбление 192 пишет. Блять, что-то за опять. Вы видишь, Слав, или... Ну, блять, у меня что-то с вебкой пизда. Амин, ты что, обиделась, реально? Не обиделась. Ну ты можешь сейчас заставить? Слышишь, пусть твоя собака. Я не обижаюсь, мне просто типа тяжело, когда мне напоминают. Пусть твоя собака насрет на пол, ты съешь, блядь, это будет достойное извинение, блядь. Да не нужно, я не обижаюсь. Нет, пусть извиняется, это тварь 192, блядь. Прости, пожалуйста, Амина. Все хорошо, я не обижаюсь, правда. Правда? Мне кажется, ты обижаешься. Я не обижаюсь, я просто расстроилась, но типа не, ну все нормально, я не обижаюсь на тебя. Какую штуку хочешь подарить? Нет, это хуй так с какой-то. Бля, я бы, кстати, согласился, она охуенная, блядь. В USB вставишь, и у тебя будет еще. То, что было давно, вообще поебать. Нужно жить новой жизнью. Позавчера было, блядь. Новой жизни, 12 лет мало уже или что уже? Пошел нахуй. Опа, ебать. Отправляйся. Давай, ладно. Амин, все, ебать жестко прям. Загаси эту тварь. Да, загаси в ответку, это, блядь, правила меняются, нахуй. Не, я не буду. Ну ладно, я бы захуярил. Ну так. Ну так. Че, моя очередь, типа? Да, она будет рикошетом, Слава, в тебя, нахуй. Поехала, не жалей. Не-не-не. Ты сейчас мне просто промать что-то, блядь. Я такой, да, блядь, за что, нахуй? Да не, я не буду. Ой, блядь. Ёба, народ, ты что творишь, блядь? А кто это за Акулич? Акулич была сейчас. Реально? Блядь, Акулич? Какая падла, блядь. Ань, скажи, что ты ебала. Бля, пиздец у неё реально, пасть как у акулы. Как она так делает, блядь? Это реально Акулич? Да. Реально Акулич? Акулич смокотнула, блядь. Акула, а ты можешь еще ебануть? Она дергнула, она смокотнула, блядь. А ты можешь? У меня к Ване вопрос. А что ты пиздец, если ты сразу смущалась? Это не я, это не я. А что я сделал? Ладно, давай, у меня есть ульта. Я могу ультануть, ебнуться. Да что, я не буду ничего такого задавать. Не-не-не, я могу ультануть просто, я жду свою очередь. Вань, блядь, я вижу, как ты можно... Это тебе базарьте? Да можно задать, нет, блядь? Да, давай, Амин. Вань, вот только честно, вот скажи, у тебя было когда-нибудь такое, что ты очень сильно хотел выебать Жожика? О. Блядь, ничего, ну... Ничего такого. Мы честно отвечаем? Да. Ничего такого, как есть. Вот пока он в Украине был, я каждый день Авилону писал, кружки меня игнорировали оба, блядь. Я ему кружки записываю и удаляю, потому что мне потом стыдно становится. Он не чекает сразу. Блядь, говорю, Вадя, нахуй, ну что там? Короче, ну, может, было пару раз, может, было. Ну, ты ж прям членом записывал, я правильно понимаю? Да, Вадя тоже в туалете сидит. Кто орёт, блядь? А, понятно. Хочешь, я вам под стол поставлю? И что, будет нахуй? Писюн пока ценам покажешь? Нет, просто, ну, может, тебе так будет приятнее. Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Свежачие ловли. Ну что, давай ебашь его вопрос уже, блядь. Так я все задал. А какой, подожди? Вот пасита было? Или было потом депосита, депосита? Серега, ты ответишь как-нибудь? Бля, смелый ты, пацан. Пасита. Да мы такой свито. Ну, спасибо всем за стрим, пока. Хороший стрим, бля. Я честно думал, Слав подготовит вопросы, короче. Ну я просто... Ой, кто вырубился? Да вы заебали, гандоны сраные, блядь. Верните вебки, сука. Да, блядь, ну Слав, ну, блядь, ну хуйня, честно. Блядь, а мы можем такое сделать? Сейчас все просто уйдем от Славы, он будет один. Ладно, не надо так делать, он расстроится. Бля, вы что, долбоёб, вопрос не можете придумать? Задайте мне вопрос, нахуй, я сейчас вас разъебу, блядь. Да, у меня тоже есть вопросы хорошие. Давай, давай Слав сейчас вопрос задам, я же задаю. Вопрос Славе.
А может, мы как, у нас рофло в стак, или мы все-таки серьезно? Или вообще похуй, любые вопросы, дядь. Рофло вообще какой? Похуй. Да не, какой. Блин. Ладно. Ой. Сейчас козявку достану, блядь, пасито, просто смачно. Пассивка, блядь. Сейчас. Слава, было ли такое, что ты... А нахуй нам было, не было, Сибикс? Не знаю. Че? Подожди. Что у него спрашивать? Был ли у тебя... Поебало! Слава, был ли такой вопрос, что ты вот, типа, задумывался, что ты вообще, ну, ебаная бездарность, которую играть ни во что не можешь, типа, и треки хуёвые, и стрим не получается, вот было ли такое у тебя? Слушай, было, короче, когда мне приснилось, что я жужжу во сне, бля. Законтрил, бля, контрудар одобрен. Ну, проиграть, если честно, было, бля. Ну, на треке похуй. Вот. Да я про все спросил, типа, ты не знаешь, не, вообще, или... конечно, было, ну, блядь, хуй его знает, по-моему, у всех такая хуйня бывает. Да, согласен, конечно. Да, было, конечно. Когда тебе, ну, блядь, весь чат хуярит, что ты гриб просто, ебаный. Задать вопросы, блядь. А кого все, грибом называют? Меня. Смотри, вопрос Ани Акулич. Вот мне интересно, Акул, у тебя было такое, то, что ты хоть раз, типа, жестко срыгивала во время того, как корешу заглатывала, блядь? Нет, не было. Все понял. У него а пару раз было. Сдерживаешься? Или просто не хочешь? А писька пукала, когда писю выставляла? Ты не знаешь, как пиздой пукать? Бля, я пиздец пиздой пержу, бля. Алло, реально. Акулич? Славик. Некомфортненько. Ну так чуть-чуть, блядь. Славик, Петюха часто пукает писей. Не, вообще никогда. Вообще не было ни разу. Катя не пукает писей, Катя срёт. Она чисто в животике воздух держит. Не, понял? А ты пукала? Да, было один раз. Не, ну когда пукаешь, это, короче, когда хуй маленький. Нет. Это типа, девочки... Когда воздух заходит. Не при сексе может быть, короче, если я такой утром хуйню могу сделать, я могу, короче, воздух вдохнуть, как вакуум. Пиздой? И можно пропердяться вообще жестко, да. Ты понял, просто воздух вдохнул, пиздой такая. Вагина связана с... дыханием? Конечно, ну, ты, блядь, ты можешь вдохнуть. Ну, можно, да, охуенно, блядь, семинар женский, пошли в нас. Что-то на уровне прикола дышать мат. А, я понял. Блядь. Нет, это реально есть такая хуйня. Ты понял, слышишь? Ты вздыхаешь пиздой, потом просто... просто я пиздец как просто, понял, Слава. Просто клитором ебашишь. На всей конфы, нахуй, я первый понял. Вообще нихуя не понял, если честно. Ну тебе пока рано. Надо жить новой жизнью, Сему. Давай, Ань, ты теперь. А так я задала тебе вопрос про Катюху. А, так нельзя мне сразу. А, блядь. Ну тогда... Серёжа, знаешь, что он ответит? Блядь. Только отвечайте давай, честно, отвечайте честно, пожалуйста. Акулич, давай вот... Семиксу по Бравл Старс что-то. Про Бравл Старс? Я не шарю. Было такое, типа, когда ты долго бьёшь бутылку, а потом оп, отжал, и оно типа... Было такое, что... Было такое, что два персонажа из Лего Ящика. Чё хуй вопрос, блядь? Блять, прости. Извините, пожалуйста. Нихуя. На меня кричат, у меня руки трясутся. Сонечка, Сонечка, была такая хуйня, что ты напивалась настолько, что потом ничего не помнила? Ну да, наверное, было раза три. Я думал, типа... Вообще ничего такого не было, но были моменты, которых ты просто не помнишь. Я думал, типа, напивалась настолько, чтобы тебя отъебали, там какой-то вопрос. Че за концовка странная? Ну ладно. Дело вообще. Слава, меня спасло. Слушай, ты че орёшь, блядь? Тебе, Катя... Нет, право, да! Ты нахуй орёшь, блядь, на свою жизнь! Аня, соси ему, соси ему, Аня! Иди нахуй! Отсасывай его, отсасывай! Акулич, ебашь его нахуй! Бей его членом! Ну ладно, блядь, так тоже можно. Фу, бля, какие нежности, ебаные. Фу, вы такие милые, бля. Фу, вы такие охуенные, бля, я ваш рот ебал. Фу, вы такие пиздатые, бля, пошли вы нахуй, ёпта. Фу, блядь. Катя пальчик в попу засовывала? Бля, слушай, пыталась прям, ну вот я ненавижу, не знаю, постоянно ее тянет в жопу мне заскочить, и я постоянно скукоживаю, знаешь как. Языком! И реально? Не, постоянно. Серега, у тебя так охуенная пальчик, штука. Пальчик, честно, штука. Пальчик постоянно, в смысле, охуенная штука. Откуда Сонь знаешь? Мне нравится эта штука. Палец постоянно мальчик, пальчик, блядь, висит вот это. Мне, я не знаю, я вообще не кайфую от этого, честно тебе скажу. Я прям боюсь не, вообще. Не, пиздата, пиздата. Ты пробовал или нет? Нет, ты чё? Так, а тут ты знаешь, кайфуешь ты или не кайфуешь? Так я не хочу пробовать, я хуй его знаю. Хотя, честно. Ладно, тебе приятно, когда какаш
какашку вот, выдавливает. Я хотел сказать, как какашка лезет, ты сидишь, балдеешь. Вот. Получается, и в обратку вот. Тоже должно залетать. То есть хуй должен меня обрадовать сильно. Вот, я говорю, нам надо с тобой встретиться. Мы друг другу пальчики будем пихать. Никому не, ну, в принципе, не скажем. Парни, еще, знаешь, можно какашку... Слышишь, какашку наполовину выдавил, туда-сюда гоняешь ее, втягиваешь, вы так понял. Ну, ладно, это сложно, моя... мне кажется. Ну, это сложно. А, там топопа разрезает. Ну, это должна крепкая быть. Там нужно держать идеальный баланс. Держать нужно, согласен. Если втягиваешь, топопа разрезает. Никто даже не заметил, как Сережа сказала, вам не нравится. Все просто пиздели. Чего? А кто такой Сережа? Я не слышал, это вранье. А кто, блядь? Мивина. А, не, мне не нравится, потому что мне Вайя сказал, типа, вот это вот прячь. Я спросил, тебе не нравится, мне сказал. Так, ладно, мой вопрос. Ну, мой. Вопрос Симиксу. О! Было ли такое, что ты ну, в точилке точишь карандаш и гриф ломается полностью? Да, было. Ебать, охуеть. Это вообще пиздец, это тильт, бля. Бля, просто, крепись, это брат. Это было сразу просто карандаш ломаю на две части, типа, и все пиздец. И просто пиздец. Серёж, а можно я тебя спрошу? Алло, уёбись. А зачем ты спрашиваешь? Да просто задавай сразу ему. Я на минутку. Кому вопрос-то? Серёж. Да, давай. Серёг, было такое, короче, в клубе напивался жестко и, короче, просыпаешься в подворотне каком-то, ну, типа. Ну, типа. Неплохой вопрос. Симис, конечно. Нормальный вопрос. Дефолт. Вопросикс, бля. Не было такого, Симис. Опыта жизни набирается. Все, стой там в ком-то. Бля, Симис увозишь в соло, именно сейчас. Сиди нахуй. А? Я кто-то да, за окном да, да, стоит сзади. Надо вопрос задать. Вадя, не знам, потому что начнет меня хуесосить потом. Кому это вопрос, блядь? Вишенка, а ты иногда когда-нибудь думала, то, что ну, ты встречаешься ну, с ёбичным парнем, типа Марком Гакамоле, типа, или просто другим каким-то парнем, да, сейчас, да, нет, с Марком Гакамоле. Ты встречаешься с уебищем, Егором Кридом, который 50-15 лет не может стать нормальным человеком, типа, и, как сказать, ну, с полным уебаном были у тебя такие мысли посещали? Слава, глянь такая. Нет. Нет, я же тебе вчера уже отвечала, нет. Ну ладно, я просто еще раз сейчас задать. Окей. Короче, вопрос, Вадим, тебе. У тебя было такое, что ты жестко запал на какую-то свою училку? Да! А может, и не старую, типа ты на нее надрачивал, там, хотел ее выебать. У меня тоже да, было. У меня был такой момент, пиздец жесткий, когда, короче, у нас, этот, у меня оценка была плохая, и мы... Короче, дарили бумагу, ну, типа, бумагу, чтобы нам оценку больше ставили. Ну, у нас бумага, знаете, у нас это была ценная хуйня. И я принес ей 3 бумаги, мы стояли, короче, в гримерке. Я на нее смотрел, думаю, ебать, если бы я сейчас был уверенный самец. Я потерял линию диалога, блин. А можно знать, а почему ты перед этим начал спросить? Да, конечно, раз, может, 10. Вадь, а почему ты перед этим не спросил? Почему ты перед этим не спросил, чат могу рассказать? Чат могу рассказать? Ну, наверное, где-то... 26-25 где-то так. А, ну нормально. Ей было, она молодая да. была. Да, очень. У меня тоже были такие училки. А тебе сколько было? А мне было, получается, 17. А, так вообще тогда... Ну, это нормалёк вообще. Я на 35-летнюю дрочил, когда мне 12 было. Я на 70-летнюю так наяривал, нахуй. Бля, чем старше, тем опытней. Чё, кто следующий вопрос задаёт? Так, так, Вадим. Я? Блядь, я что-то не готов. Так, вопрос Жоры. У меня такой козырный, блядь, как кайф. Так подожди, он тебе задал вопрос вроде, нет? Сейчас, секунду. Или получилку кто? Я. Нет, что за хуйня, я не понимаю, что происходит. О, еда. Макдональдс, ясно, блядь. Блядь, я теперь все вопросы обдумываю, блядь. Понятно, блядь. Да похуй. Не, не похуй, не похуй, не похуй. Сейчас, я тебе напишу, Вадь. Я тебе напишу. Сейчас, подожди, я думаю. Просто у меня что-то первый жестковатый был, я просто не хочу второй такой же. Опан, Gangnam Style! Ты наоборот, слышно, на понижение играешь? Просто первый самый ёбнутый задал, а потом дальше, блядь. А ты хоть раз пукал? Я Славе еще буду задавать вопрос. Я как-то Славе задал вопрос. Не, задавай, задавай. Проблемы были. Я написал. Ну я потом в ответку захуячу сразу лютый такой же, блядь. Ладно, давай так, давай нормальный вопрос. Кому, кому? Хочу задать его Диппинсу. Да. Вань, было ли такое, что ты дрочил на гей-порно?
Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Обана, обана. Все, нормальный вопрос. Блин, что это за хуйня, блин? Интересно. Не порно, это вообще имба. Ну или смотрел хотя бы. Смотрел, я тебе больше, я даже участвовал, мне так ебли. Я отвечу! Ну так сказать, честно, да, отвечать надо. Я смотрел не гей-порно. А какое? Какое? Обычное. Ну не с геями. Сонное, да? Да, да, да. Ага. Понятно. А конкретно гей-порно? Не, Вать, а что ты расстроился? Что ты хотел от меня услышать? Нет. Да ну нахуй! Я хотел услышать, да, дрочил, ебать, раз 800. Так, блядь, у них такие хуи опыт? Большие. Вать, у тебя есть опыт? У кого хуи да, большие? Да, я смотрел гей-порно. У меня есть порно. Два даже. Я дрочил. Ты руку показал, который это делал? Или чё, блядь? А. Вать, ты это ты на Вайзе смотришь? Да. А я дрочил в чате пишут, да ну нахуй. Вот это хуй текст, Вать, перейду. Бля, вообще есть в чате люди, которые никогда не смотрели гей-порно? Таких же нет. Я не смотрел. Да тебе и нельзя, Тимикс, ты посмотрела, буду тебе нельзя. Тебе рано, да, еще. Тимикс, а ты вообще смотрел хоть раз? Тимикс такой тупой, блядь, он заходит на сайт, там пишет, а пишет, смотрит, нажимает, нет, его с сайта убраться, он говорит, бля, как посмотреть, ну, тогда Варик будет, наверное. Я посматривал, как ты смотрел. Это еще страннее, честно. Че, кто задает вопрос сейчас? Я задаю вопрос. Давай. Хочется Семуху задать. Давай. Семух. Ну да, у него там вопросов дохуя. Семух. Семух, у тебя брат Баребух есть или нет? Ну да. Спроси у него. Спроси у него про дневник, типа. Смотри, Семикс, смотри, было ли у тебя такое, что, короче, ты в школе тебе ёбнули хуеты какой-то, да? Написали выговор, типа, там, не знаю, плевал на уроки в одноклассников, и ты эту страничку вырывал нахуй? Борщ, и, борщ, чтобы, борщ, 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 борщ. Конечно, было. Не-не, в рамках жизненной. Да? Конечно, то есть было. У тебя родители не знали, что ты харкаешься в одноклассниках прямо на уроках, типа... Не, иногда было, понял? Я, короче, мы делали трубочку такую, и туда свали такие штучки и харкали в девочек. Приятного аппетита. Они... Там, кстати, одна девочка спасибо. На одного мальчика заявление написала из-за этого. Бля, у меня знаешь, какая хуйня была, слышал, в школе. Че, слишком нет. Сильно въебал, что ли? Уже 7 лет сидит, блядь. У меня кого нахуй послали? Приходишь в полицию, говоришь, меня там крокали, блядь, бумажкой, нахуй. Руди Саюки, Руди Саюки. У меня, короче, была хуйня. Саюки, нахуй. Въебалась, говорит. Повтори еще раз вопрос. Блядь, что такое? У тебя вебка вырубилась, Вань, твоя ебучая камера. Ты да, ебучий, капец. Почему мне не работает нихуя? Следите нахуй, что ли? А я думал, ты уже там с дроном шпик, чик, чирик, чирик. Да не, это да. Ой, точнее нет. Да не, это да. Да не, это не. Прямо на этой кровати, которая сзади там чик-чирик. Нет, эта кровать вообще непорочная. У тебя вебка полегла на неё. На ней нельзя заниматься сексом. Да-да. Да, порочная, да, нахуй, там же жёстко. Попизди, попизди. На меня Карина только ноги закидывала. Верим, верим. Верим, конечно. Ой. Блядь. Жожа. А. Ну, нет. Что там? Жожа ладно, и даже сексом занимал. Я не буду, ладно. Блять, у всех этот козырь есть, что ли, выходил, блять, я заебался. Вроде это. Тоже козырь есть этот, да! Я вас не буду топить, нет, да. Могу себе позволить. Сейчас, подожди. Если я буду, я напишу тебе. Нет, вроде, давай, если он довоебывается, мы вдвоем зададим. Блядь, нахуй нам стремя, напиши... слово не меня гасит. Напиши мне, дядь, напиши мне, интересно. Не, напиши. Блядь, я не грустная какая-то. Амин, чё ты? Не, я не грустная. Всё. Давай, пиши уже. Чуваня. Амина мультики смотрит. Вообще-то после двух говорят вслух, так что говорите. Жёст, тебе нравятся маленькие попки или большие? Это ты под себя типа спрашиваешь? Так нет, у нас было не было, ребят, у нас формат другой. Вроде. Да нет, это лично, блядь. Так она просто спрашивает, блядь, это просто вопрос. Это даже не по игре. А у Дебилса какая попка? Нахуй доебались, ты меня, я кни, я крайний, мне похуй. А? У тебя был секс? Нет. Не было. Бля, они точно ебались нахуй, я чувствую. Не было. Что происходит? Было секса. Как? Стоп. Они ебались, дядь. Да, сам правильно. Не было у меня секса.
Да, конечно, нет, я точно знаю. Да. Бля, просто спросила. Как холодно. Ладно, давайте следующий вопрос, пожалуйста. А, я задаю. Точно. Вопрос. Ну, а Квест, давайте Амине Квест задам, а то она сидит. Давай. Надо сейчас что-то задать такое. Было ли у тебя такое, когда ты сидела, стримила, и кошка подходит и маску нахуй срывает? Амина, а было такое, что... Ты пукала... Я не знаю вопросы, да? Ты пукала в маску и ходила вот так вот, типа, чтобы воздух... Чем а было такое, то, что ты, например, была в парке Горького, и там был стример, который стримил IRL, и ты там тоже оказалась без маски. А было такое, что, типа, стоишь, и кот срывает, тебе трусы ебать начинает? Ну ладно. Извиняюсь. Начинает ебать или ты не договорил? Было такое, когда в школу ходила еще, тебя снимали, когда ты из кабинета выходишь без маски. Было такое или нет? Бля, ебать, вы собрали нахуй все, что со мной было, блядь. А было такое, что на дымоходе чел про нос шутил? Бля! Блять, я не понимаю. 8 было подряд. Мы просто сразу авансом тебе задали. Вы знаете, как мне было обидно, нахуй, когда кошка с меня маску стянула? Я не ожидала, я ждала всего. А что было после стрима, типа? А как ты могла ожидать? А ты расцветишь это как предательство, да? А давай сейчас еще раз попробуем, можешь поднести ее к лицу просто ради интереса? А ты ее нагрузила, ну, типа, после стрима? Нет. Она ее психологу отправила, типа, больше так не делай, сука. Ну, мне кажется, надо с ней переговорить, она что-то хуела. Да. Позови ее в Дискорд, слышь, сейчас вебка, пусть вылезет, нахуй. Попиздим, блядь. Я когда вначале снимаю ее подносила, и мне было очень страшно, что она еще раз это сделала. Блядь, знаете, как обидно было, нахуй, это... Я удалила все, и все равно расфорсила. А почему ты типа думаешь, что типа если снимешь там маску, там как у Скорпиона будет, или Саб-Зиру, блядь? Там же все знают, что там рот и нос, блядь. Не, ну типа если это нечаянно, ничего страшного, думаю. Да, нечаянно это не то, понимаешь? Пока я сама не запущу, это все равно не то. Ну ладно. Такая хуйня. Согласен. Согласен. Продолжим. Амин, вопрос просто, это даже не было, не было. Больше шанс то, что ты зальешь голые сиськи или голый нос в Инстаграм? Ну, в OnlyFans, допустим. Голый нос. Понял. Голый, блядь, сука. Окей, вопрос. Давайте, Слав. Давай. Красава. Было ли у тебя такое, что ты когда-то общался с человеком исключительно из какой-то материальной выгоды? Ну, ты не обязательно... Правда? Не обязательно деньги, типа, там, материальные выгоды, я имею в виду, там, типа... Ну, я понял, какой-то выгоды. Да, какая-то выгода, но, типа, не в плане эмоций, там, блядь, не вот эта вся хуйня, а... Ты понял. Вот эта хуйня, да. Ну, было, наверное. Я думаю, да. А расскажешь? Ну, типа, у Джебуда, Моргенштерн, Егор Крид, типа, это же... Не-не-не. А не можешь рассказать без имен? Типа, клышали ради кубков. А как без имен? Да я думаю, понятно, типа... Я думаю, так понятно, типа. Ну да. Ну правда, как ставить целовать? Не, ну зато честно, блядь, понимаешь? Мы же в было-не было играем. Конечно. Ну вот, с Гуакамоле я общался ради выгоды, блядь. Чтобы как в гости к нему приеду, чтобы когда он уснёт с Анькой, блядь, поиграть в PlayStation. Мне кажется, каждый так хочет. Что, блядь? Ай, ну чё, блядь? Не, ну а чё, блядь? Красивая девушка, блядь, что-то. Гуакамоле спит, ты не спишь. Ты не хочешь? Чё бы не разделить досуг, как говорится. Ну это, ну прям, знаешь, типа, не то, что вы прям ради выгоды, но я понимаю, ну как бы, блядь, ну знаешь, как вот условно, ты блогер там, и ты понимаешь, что там, типа, условно, есть пиздец медиа, там, гигант, там, какой-то хайп, трафик. Угу. Кошточка, ты можешь шарики эти отхуярить? И всё, то есть, ну это... Нет, это мне на день рождения подарил Марк. А можешь шарики свои показать? Ванечка с прошедшим я забыла тебя поздравить. Ванечка. А? Анечка. Спасибо. Это уже прошедшим. Иди, пожалуйста. Прошедшим. Для днём варенья. Тебе сколько исполнилось? 36? 27. Окей, что? Насколько она старше меня на 14? Это тва хуй, когда цифра больше 10, блядь, сидит. Это X2 твоего возраста, даже больше. Что, блядь, есть 11? Ебануться нахуй. Нет, X2. Ань, тебе 27? Да. Ебать, у милфа, нахуй. Тему, тебе надо считать, понял, цифрами, типа, 8 плюс 8 плюс 7. Да. Скоро на пенсию. А сколько Марку лет? А сколько Марку лет? 7 плюс 7. Ну вот, у него же вместе с тобой ДР. Ну, я знаю, а лет сколько? 25. Он называет тебя мамочкой? Молодого схватила. Мами? Мне кажется, Маркер слушает вообще во всем.
Мне тоже так кажется. Ну вот по Марку видно, что он лох прям ебаный, знаешь, что он типа ничего не может. Не-не, послушай, что он не может, вот типа нихуя решение принять, и ты им управляешь чисто, как шестерка ебаная. Да, это 100%. По нему есть такая хуйня. Нет, съебался, мы тебя за спиной обсуждаем, уйди. Завали, блядь. Ой, мне страшно, я его боюсь. Съеби. Где не провинишься, Катюхи, пизду лижешь, блядь. Бля, мы не будем Анечку ебать, уходи, все. Давай, обнял, привет. Давай, братик. Он просто волновался, наверное, блядь, все нормально в этом плане, блядь. Я когда он зашел, мы что-то тоже разволновались. Ну я честно испугался, я думал, сейчас психанет. Я принимаю решение 20. Ну не, видно, что ты у штурвала, а что он лох ебаный на палубе, блядь. Достаточно много. А какие 20? Типа, когда он хочет какать, он сам принимает решение, что он будет какать? Типа, как это работает? Не, это в его полномочия не входит. А он может выйти на улицу без твоего разрешения? Да, конечно. А дома он может пописать или тоже на улицу надо выходить? 20% это типа ты говоришь, идем в ресторан, он такой, да. Это типа 20% вот это, да. Ну типа у нее есть шанс ответить, просто да. Ну да, типа, пошли. А остальные 80 это чё? Иди нахуй, Симис, короче. Сам иди нахуй, ёбищ. Ой-ой-ой, закусились по-жёсткому, блядь. А кто там? Чё, кто следующий? Аня, вроде. Ебашь, Ань. Слава. А, я сейчас? Слава. Аня просто сидит, кушает и по трек разъебывается. Здесь две Ани, ты чё, еблан? А, да? А, да? Сейчас. Блять, помогите вопрос какой-то придумать. Ну, давай что-нибудь серьезное. Ты можешь что-нибудь серьезное что-нибудь такое ебануть? Ну вот я хочу, я серьезный человек, без всякой хуйни, без рофлов, бля, без кеков, нахуй. Сейчас надо серьезный задать вопрос. Давай, я хоть помогу. Давай. Было ли такое, что ты подставлял другого человека для того, чтобы прикрыть свою задницу? Не, давай я сам придумал вопрос. Хочется что-то другое, блядь. Давай, слышь, давай, Слава, как на прошлом стриме, помнишь, блядь, про кровать, нахуй, про вот эту хуйню. Не, ну эта хуйня будет рофельная, я хочу что-то серьезное. Рофельных я могу вообще бесконечность накидать. Я хочу что-то серьезное прямо задать. Бесконечность. Что? Правильно. Ну ладно, давай сейчас, короче, отстреляюсь на рофельных, короче, похуй, чтобы на себе не задерживать. Вадь, тебе вопрос. Давай. Было ли такое, то, что... Ну, вылизывал жопу, а не лингус лютый. Конечно. Тебе нравится, реально? Вообще без рофлов? Вообще нет, ну вообще нет. Понял. Вообще нет. Я переживаю, понял, что как шка вылезет. Бля, а у тебя не бывает такое? Или запах, понял. А вот, слышишь, а когда Натахи пиздятинку вылизываешь, не бывает то, что в порыве страсти кончиком до ануса докасаешься? Ну этого я не замечаю, понял, если такое. Ну а по вкусу чисто? По вкусу, если и было, то значит по вкусу не было разницы. Все, понял. Все, вопросов нет. А, блядь, ты мне... Ты думал, я это просто так спросил, типа, перед тем, как свой вопрос задать? Да. Понял. Ладно. Вот сука, блядь. Говноед 192, блядь. Я Руди мало знаю, очень мало знаю. Ну как раз познакомитесь, спроси. Руди, вот было такое, что засматривалась на член Андрюхи, вот прям, знаешь, так вот случайно так увидела, и потом такая... А потом еще и засосала член жестко, блядь. Ну реально, ну вот да. Прям честно. Конечно, прям... я вообще всегда смотрю на члены. Ну правда, но... Нет, я имею в виду, что правда. Вот взгляд попал, и ты такая, да, типа... Да, и такая, типа... И ты думаешь, нихуя себе бугор торчит, блядь. Оценочку, да, был. Нихуя себе Эверест, блядь. Серега, ты что делаешь? Дрочит, походу. Он сидит, блядь, там нахуй. Бро, нихуя руками перебирает. Пишите вопросы в чат какие-нибудь заранее. Жожо. Опанка! Блять. Я случайно. Нормально. Ты когда-нибудь отслал свои голые фоточки подписчицам? О, это охуенный вопрос. Нет. Я один раз только... А почему у меня твой хуй, блядь, валяется до сих пор? Ну, какие-нибудь там, типа, руки, торсы, там, что-нибудь. Какой торс, блядь, у меня торса нет, я вспомнил. Нормальный у тебя торс, не пизди, блядь. Не, этот... Ебать, такая бактерия, ебать. Я один раз только кидал. И то одноклассница. Ты кидал фотки голые кому-то? Ты хуй скидывал? Да, один раз кидал. Хуй? Было. Хуй, просто хуй. Ты хуй отправлял? В руке, типа? Не, в ноге, блядь, просто между мизинцем, блядь, и соседним пальцем, нахуй. Никак спалить нельзя было, то что это я просто фейка решил отправить, по приколу. И чего, оценила? Она оценила?
Блять, чел пишет фейковые страницы, кидает хуй, блять, понятно. Бля, а я знаю. А ты просто с фейка написал одноклассницу, скинул хуй. Блять, не, а я думал, вы мутили, типа, и ты скинул ей пенсил, а ты просто с левой закинул. Я просто слева закинул, нахуй, мне похуй было. Бля, я все время думаю, человек, типа, я захожу каждый день в директ, типа, и мне какой-то кудрявый чел просто скидывает свою жопу, который булки раздвигает, блять. И Жожа ХФ Инстаграм. Я такой думаю, что за хуйня, блять. Блять, нахуй это. Ебать, что? Блять, у кого эта хуйня? Красавец! Ой, ебать, Семикс, это ты, что ли, записывал в оригинале, да? Я вспомнил вопрос. Я вспомнил вопрос этот, который мне в прошлый раз... Блять, а кто-то Вадя, да, уже проводил это шоу? Сколько, блядь? Чё ты сказал, нихуя не понял, блядь. Это шоу уже кто-то проводил, я помню, еще давно. Там тоже Амина была. Я. Ты проводил, да? Да. Амин, ты была у меня на шоу это? Да, год-два назад. Я помню, там был вопрос, короче. Там был вопрос, короче, связанный, задам его Славе. Вот ты сейчас занимаешься музыкой, там Егор Крид, вся хуйня. Если бы у тебя было со стримами сейчас, вот, заебись, типа, и было хорошо в музыке, типа, у тебя были прослушки, вся хуйня, что бы ты предпочел? А, это недавно было, брат, слышишь вообще? Прям вообще недавно задавали вопрос. Я бы стрим предпочел. Да? Да, 100%. Это же я задавал, да? Да. Сегодня? Нет, это у Вади было на трудном выборе, понял? А, я не знаю. Рейд, спасибо большое, Рейд Острога, спасибо большое, брат. Осуждаю Рейд Острога. А, или это Острога? Или это не Острога? Это Острога, тебе нужно говорить. Ой, бля. А, Острога, спасибо тебе большое, у него, спасибо большое, брат. Спасибо, Ваня. Спасибо, братик. Да, бля, что происходит? Бля, Ваня, ну имя, конечно, кто это придумал? Охуел ты, блядь, доширачное изделие. Ваня, охуенное имя, братан. Охуеть, бля, приправы не хватает. Нихуя ты придумал, сам? Тихо, бля. Так, что, я тебе вопрос задаю? А, да, ну ты, да, теперь ты вопрос задаешь. Руди, к тебе вопрос. Да. Было ли у тебя такое, что тебе снился секс с кем-то... И вот из рандомных стримеров. Снилс. Ну просто тебе. Это от Егора пишут рейд, брат. А. И от Егора, что ли? А с кем? От Крида. Это вообще хай. От настоящего. Ебать, Слава, чуть падаешь, что ли? Брат, спасибо тебе огромное. Егор, спасибо за рейд, брат. Этот. Так что, было такое, что вот просто с каким-то рандомным стримером, с которым ты, может быть, даже мало знаком, вот приснил, что он тебя ебет просто. Знаешь, наверное, было, но не прям секс, а типа какие-то прелюзии, да, наверное, были. А с кем? Пошлость. А, это уже все. Это уже следующий вопрос, блин. Это уже нет. Подожди, я пошел. Нет, следующий вопрос уже был так. А был такой, что тебе снился секс, и должно быть имя, ты не можешь сказать с кем. Понимаешь, это уже другая игра. Да, было, но типа у меня вообще не было такого, чтобы сны снились, как типа прям секс. Было типа вот все к этому идет, но прям сам секс никогда не снился. И потом ты просыпаешься и обосралась нахуй. Да, ну да. А ты проснулась, пицца была мокрая или нет? Вать, а ты в курсе, у тебя вебка не работает? А я типа если проснулась, сразу же заснула. Я не могу проснуться типа и охуеть, я просто сразу засыпаю, мне похуй. Нет, это просто. Ты типа никогда не вставала, да, еще в своей жизни? Ты сразу просыпалась, сразу не вставала. Да, так и было. Да, кому просто задавать? Я поняла, она просыпается, ее просто... Да, понял, я уже понял. Мы братья с тобой, по-моему, сразу. Она не может встать. Да, я понял, по-моему, можешь не говорить даже, я понял уже. Пошел нахуй. Я понял, что ты говоришь. Вопрос Диппинсу. Диппинс, тебе когда-нибудь говоришь, что похож на начало из Genshin Impact? Ебать, это интеграция залетела? Это, бля, какой-то Open Gangnam Style, нахуй. Это копия, блядь. Блядь, кто постоянно ливает? Что за проходной двор ебаный? Кто сюда ходит, сука? Где Вадя, блядь, вообще? Где Акула? Вадя, по-моему, на кухню ушел хуярить что-то, блядь. Ну, типа, еду. А, смотрите, с очками набитыми, блядь. У тебя бабка вырубилась, Вадя. Аня! Ты подумал, что мы тебя не видим, типа, или что, блядь? Потому что вам никто вопросы не задает, или что? Меня в АФК кинуло. Ну и по фактам, это блядь. Чё? Это в категорию стримеров, блядь. А вот ты помолчишь, Слав, да? Ладно. Слав, ёбни шутку жесткую, самую. Самая жесткая шутка это... Всё, хорош. Попа утки. Хорошо было. Да, мы так было или спасибо, было, не было, или мы по итогу просто вопросы задаем друг другу? Я пошел нахуй, короче. Да заебали! Кто вопрос кому задает?
А было ли? Да, да, я был похож на этот, как его там, откуда его? Пакта вот. Да. Да, похоже было, да. Игра не понимал, а Геншин Импакт, типа, а какой импакт от этой игры, я не понимал. Геншинский. Самая жесткая шутка. Денежный, блядь, потом на баланс. Которая идет с рта Вани, нахуй, Диппинса, блядь. Мне кажется, которая входит. Входит? Мне в рот. Бля. Что это такое? Это ты сейчас прям приготовил так быстро? Так, мы закрутился, кто задает следующий вопрос? Ваня дальше задает. Ваня балла свой открыл, закрыл нахуй. Бля. Так, Ванёк. Ебаш. Да. Задавай, брат. Короче, кому задать вопрос? Вадя, ты тут? Я да, брат. У тебя было такое, что ты, короче, готовишь еду, приготовил все? Это серьезный вопрос. И тебе не понравилось, ты ее выкинул нахуй, даже есть не стал, потому что она выглядит хуёво. Борщ. Бля, Вань, борщ, брат. Вы охуели меня моим же гасить, блядь? Это какой-то Галлам Стайл, блядь. Почему борщ, ну типа можно суп? Ладно, про сперму во рту. Ну-ка, Жожа, давай, ёбни. А, я задаю вопрос? Не, подожди, ща Вадя. А борщ хуё приготовил, выкинул, говорить и говорил борщ, блядь. А я? Да, блядь. Сука. Ты чё тупая или глупый, чё тупой? Вагон как Nike, я чё тупой. Кайф. Помолчи, пожалуйста. Иди нахуй. У меня нет вопроса, нахуй. Вы похоже смеетесь. Да какой-нибудь рандомный закинь просто, чтобы круг прошел. Че первое в голову приходит, слышь, брат? Не, рили. Ай, блядь, ударился. Сам. Так. Приветос. Спроси по Эльзе у груди, если не сложно. Больно ли было прокалывать губу нижнюю? Да, очень трофейно, вкинь просто. И сколько заживало? О, мне вопрос донаты, слышь, скинули, брат. Давай, какой? Это вопрос для Руди. А тебя я типа задаю? О, можно я? Давай. По тебе все дать. У тебя сделанная грудь, да, если я не ошибаюсь? Да. Или нет? Да. О, а можно такой вопрос? Ты давала парням трогать свою грудь? Просто так, типа, потрогать. Рандомно. Чисто. Я только девочкам на тусовке. Не, на девочке. Мне давала. Бля, она ко мне подходила, говорит, потрогай титьки. Я говорю, не, ты что, ёбнулась, блядь. Я говорю, ну возьми, блядь, эту титьку в руку. О, не сиди, такого прям не было. Понятно. Не, не было такого. Прям просто так, типа, нет, такого не было. Я вас задаю вопрос, да? Вопрос... Клаве. А? Акулич, сочувствую. Ты когда-нибудь фантазировала о ком-то в этой комнате, в Дискорде, вот где мы сидим? О Симиксе, блядь, осуждаю. На Диппинса наяривал, честно было. Поддерживаю осуждение. Нет, в этой комнате нет. Нет, ты мне говорил. Дмитрий Алекса тоже не хватает, блядь. Нет. Мой вопрос. Вопрос Жожи. Так, если он твой вопрос, нахуй ты его расскажешь. Было ли такое, брат, то, что ты заходишь, типа, домой, а у тебя на кровати Николай дрочит? Не было. Странно, у меня было. Не было? А чё, спасибо за 500, бро. Не, можно Ване вопрос? Просто задали вопрос. Вань, было ли у тебя такое, то, что типа ты стримишь, шиперишься с парнем, а по итогу у тебя реально есть к нему чувства? Типа это не просто все шиперит. Бля. Ну, знаешь, как сказать тут на этот вопрос? Мы сейчас играем, да? Да. Ну, типа, в смысле? Было, не было. Но мы сейчас играем. Честно отвечаем. Ну, блин, чтоб настолько жестко, конечно, не было, конечно, такого, чтоб настолько жестко. Вот, а в целом, в жизненном импакте, возможно, где-то было. Может, блядь, какой, блядь, жизненный импакт, блядь? Ты только что спрашивал. Чё, опять я задаю кому-то вопрос? А почему все вырубились, блядь, я на секунду ушел. Кто вырубился? Кто вырубился? Акулич и Вишенка. Не, обнови их, просто нажми на них, нажми на Акулич. А, ебать. Вати балла открой.
Но он далеко, он не узнает. Узнает, прям сейчас прибежит, смотри. Бля. Сразу чатик зайдет. Не, сейчас прям придет нахуй. Че бы такое? Он на кулич нажал, блядь. Кроме... Вать, ебало, открой, закрой. Пиздец, мне нравится хуйню говорить. Какой вопрос? Бля, Слава. Да, давай. Ой, блядь. Блядь, половина там, половина тут. Блядь. Было такое, что ты... Кого? Ай, блядь. Ой-ой-ой. Блядь. Дайте нахуй! Блядь, что этот лох подошел, ебаный, попущенный нахуй? На меня не пиздели. Ты можешь... Что этот попущенец зашел, бля, ебаный? Аня, ты можешь ему честно сказать, хватит заходить на стрим, типа пиариться, заебал, типа... Да, да. Когда его зовут, он сразу заходит, ебаный, сейчас и уходит. Саши говорят, что ты на стрим заходишь, чтобы пиариться. Ну просто похайпиться, чтобы в ТикТок попасть, понял, типа? Лечочку, давай Сашку режди. Что, блядь? Что сейчас сидишь? Лёшенька, иди ко мне, солнышко, мой котёнок. Бля, этот лох даже мою приписку с Инстаграма спиздил, Зи, который я просто на рандом написал, блядь. Такие милашки. Ложку. А ты меня тоже купил? Спасибо. Ванёк, задавай вопрос. Блин, было такое, Слава, что ты, короче... Чё было? Короче... Блядь. Я не могу, аватарка у Семуха какая-то агрессивная. Это тебе. Вань. А. Вань, это тебе. Мне? Да, 100%. Не. Вот это тебе, бля. Вот это вам ща найду. Ну без обид, без обид. Опять сороку поставил, блядь. Вань, а можешь мне вопрос задать? Заряжай уже, Валёк. Можешь мне вопрос задать, было ли такое, что у тебя мама шлюха? Мне вопрос задать. Ну хуя ты борщишь жестко. Ну, я не понимаю, что там происходит, блядь, у кого-то бытовуха какая-то. Бля, кого-то ебут, тот орёт, ёбаный сыр, блядь, задайте мне ёбаный вопрос, блядь, и продолжим играть в эту ебаную игру, блядь. Давай, задавайте уже. Блядь, помогите, ну сейчас не надо помогать сам. А НП не придумали что-нибудь на самом призыве? Вопрос. Блин. Смотри, Слав. Ага. Было такое, что, короче, один раз на стриме тебе приходилось, короче, выдавливать из себя крики и уроки. Конечно, или блядь, это не, все души. Не, было такое. Нет, конечно, было такое. Конечно, блядь. Должно было, да. Неискренне. Когда спад был, да, наверное. А? Да. Когда спад был, я помню. Извините. Да, понятное дело, сложно, блядь, было. Ебать, я мерзость. Ну, еще раз надо зенисовать. Хуйня там слишком жестко была. Кто громче скажет хуй? Я первый. Не, давай ты последний, Семух. Ебать, он ходит по дому, рыгает, блядь, всю атмосферу заведет там. Да. Вообще-то развеселяю атмосферу, а чё вы какие-то сидите, типа, чё-то чик-чирик, как будто что случилось. Ремикс, а ты не Диано? Так я задал. Мой вопрос. Мой вопрос о Мине. Только ответ нужен честный. Что вы ебалось? Крайне простой вопрос. Было ли такое, что просто с подливкой выдавливало из жопы? Ой, блядь, ебаный брат. Ну только честно, да. Ну не, в трусы, ну как получается. Ну или либо ты без трусов была. Честно, вот прям без пизды, ни разу. То есть ни разу с подливкой не хуярила. Я клянусь. Блядь, я не верю, что за хуйня? Почему у меня три раза это было? Я тебе клянусь. И знаешь, я когда какаю, я после того, как покакаю, я всегда мою жопу. Я сначала вытираю, а потом мою. Всегда. Подожди, то есть ты у меня в гостях, когда, блядь, была срала? Когда я тебя срала, ты ебовый, у себя в гостях в жизни не была, нахуй. Согласен. Я там посрать невозможно, блядь, Слава. У меня есть вопрос. Почему, блядь, там посрать невозможно? Жож. Где там-то, блядь? Жож, братик, ты когда-нибудь нарушал закон? У тебя был такое, что нарушал закон? Превысил, блядь. Ты на красный свет переходил. Превысил, нахуй. Это разгончик было дело, нахуй. Разгончик. Какой-нибудь серьезный, Закон 70 ехал один разок, блядь. Закон, ну типа о нем не знали, да, типа? Вообще не шпишь. Да, естественно, да. Типа, ты вот нарушил закон. И какой закон? Тут судья на стриме просто, блядь. Это говорить не надо. 2-2-8! Ну все, пизда, чел улетает, блядь. Ой, блядь, кто дома свистит? Это я. Денег не будет, блядь, не надо. Денег не будет, братан. Осуждаю, блядь. Так нет. Свистишь, потому что, блядь, уже 5 раз посвистел за 2 минуты. Это Тимикс, это просто разговаривает, у него голос еще не полный. Да пошел ты нахер. У него голос как свист. Тимикс, если ты на пузо назад, ты тоже пискнешь, да? Да. А мне пузо нету, братанчик. Я б Тимикса на выхлопную трубу надел, которая передела, блядь. Давай, да, потише, сыночек, блядь. Слышишь, нахуй. Светленький или темненький? Вот, цвет волос, какой у тебя? Темненький, блядь, у него. У меня? У меня коричневый.
Коричневый. Я вообще малышка, просто бомба. Зажигалка чисто такая, чик-чирик. Пакет. Зажигалочка. Можно секундочку камеру включить? Я запрещаю. Алисо, можно запрет? Запрет, Симик. Симик, сиди просто в маске тоже, как Амина, блядь. Никто даже разницу не узнает, нахуй. Ёжа тоже охотел, блядь. Ебать, красивый, ты ебал. Запрет ему. Блин, ну нахуй, какой-то, блядь, жесткий. Чё, кто дальше вопрос ебашил? Амина, по-моему, да? А, я? Да. Опанка, я блядь! Я задавала вопрос, блядь, Жоже. А, дай Жоже. Блядь. Чизда. Я отстаю. Дай вишенки, она сидит. Нет, да, блядь. Это вообще. Я сейчас в туалет. Когда? А, кому? Вишенки задай, вишенки. Бузорова. Спасибо. Че за хуйня? Вишенка, блядь. Да, серьезно какой-то задать? Ну, блядь. Че там, блядь? Вишенка, было ли у тебя... Сейчас, один прикол. Можно... Было у тебя такое, когда, типа, ты играешь в игру, было, не было, и, типа, тебе сказали задать вопрос, а, типа, про тебя даже нихуя сказать нельзя, типа, тоже даже... Да, блядь. Ладно, сейчас, давай нормально. Но у меня есть рафельный вопрос для Вишенки. Ну, задай ты от меня. Были ли у тебя косточки? Забыл такое, что ебётесь вот с Марком жестко, трахаетесь. За это хуя себе, блядь. И на вас смотрит вот ваша бульдог. Ваша бульдог. Вы его забираетесь это? Вы реально не пускаете собак в комнату, когда ебётесь? Или вы не ебались? Мы не ебёмся. Нет, реально, подожди. Она никогда не видела ваш секс? Сколько у вас это бульдог? Наша бульдог не видела наш секс. Блять, ну больше полугода уже. И за полгода. А почему? Видела, а что там такого? Вы ебетесь? А? А что там такого, типа, это психологически тяжело, я просто не знаю. Я никогда не ебался. Не ебутся, блядь. Бульдога в ДС срочно. Нет, ты не закрываешь. Я думаю, бульдог подбегает сзади и начинает ребенку ебать. Или просто вы не ебетесь. Ну ты прикинь, это же самое, что ребенку увидеть, как взрослые, типа. Нет. Нет, ты че, блядь, это же животное. Не, не сознание, это другое. Я своей собаке пичку показываю. Он даже не поймет, он прям перед лицом. Бля, моя кошка видела всем. Ну, типа, смотри. Он подумает, то, что вы просто играетесь какую-то хуйню, там, типа, салочки, бля, и все. На кровати ебанешься, там, бля, квадратура ебнутая, можно забежать. Или со салочки, бля. Он, короче, просто не любит все. Снега срезаны, да? И нюхать все. Ты боишься, что он подлежит, подбежит, знаешь, так сказать? Мне кажется, он думает, что Аньку ебашит. Он, да ебать, батя, хуярит Аньку. Ну да. Хозяева дерутся, бля. Да, хозяева. Или типа нюхать. Парадеи с корешем, хозяева дерутся. Типа яйца понюхает, что-нибудь такое. Ебать, что-то вот твоя черепровонь, говорит, мне воняет. Бля, представь ситуацию, ты просто вот ложишься в комнате, типа, и тебе Марк начинает нализывать, и потом через 10 минут Марк в комнату заходит. Ты такая, что за хуйня была? Ну, через 10 минут Марк просто в комнату заходит, и бульдог спускается с кровати. Долбоёб, а что такого? Что, в смысле? Просто бульдог и Марк начинают пиздиться. Марк такой залетает, бульдог, ты охуел? Заебись, на работу ушел, блядь, от того же на одну. Опять работа. Ну, короче, нет, не было такого. Блядь, у меня есть вопрос. Ладно, Руди, давай тебе. У тебя акулки не задавали. Кому? Акулки. Да похуй. Давайте акулки. Я тут просто сижу, мне как раз отвергают. Там такой вопрос, что я думаю, он для нее будет не особо актуален. Вот, Руди, спрошу. У тебя был секс, о котором ты жестко жалеешь до сих пор? И не хочешь о нем вспоминать? Не, не думаю. Хорошо, вопрос. Стараюсь... Так ты подумай. Ну, у тебя было такое? Стараюсь ебаться грамотно, блядь. Нет, ну типа, вроде нет. Чтобы я такая, типа, покринжевала с этого, нет. Типа, ебать пеструн малюсенький, нахуй. И, типа, больше его не было, и ты не хочешь, тебе не понравилось, и ты бы не хотела... Если бы у тебя была возможность, типа, вернуть время, ты бы не ебалась. Понял, камера полегла. Не, у меня такое было. У меня не было. Блядь. Ну, типа, нет, потому что, типа, я не знаю, я пытаюсь общаться с теми людьми, с которыми мне хочется. Да, блядь. Ну, зай. Бывает, общаешься прикольно, потом как потрахаешься, думаешь, ёбаный рот. Так, блядь, ну, нужно объясниться, поговорить, типа. А у тебя было такое? Пропускаю. Да, вот так с Ваньком Диппинсом было, блядь. Слава, нахуй, опять базаришь. У тебя было? Да, у меня один раз такое было. Не смарочек. Привет, сейчас такой мотивации нет, спасибо за 500 рублей. А что тебе не понравилось? Типа, тебе просто секс не понравился или, типа, чел? Ну, мне и секс не понравился, и вообще как... Бля, у меня тоже такая хуйня была, типа, так... Меня так чел хуёво отъебал вообще. Ну, было, подробностях короче, все расскажи. Типа, не знаю, как-то неловко, какая-то суета, какое-то, блядь, какое-то настроение было. Ну, короче, все маленькое.
какое-то все уебище. Ну, а вроде бы. Ты с человеком не общалась. У меня тоже такое было. У меня чел уже целый час ебет, я даже не знал, что он вошел, блядь. В таких ситуациях в рот брать это вообще. Я в любых ситуациях в рот беру, мне вообще похуй. Мне кажется, в рот всегда надо брать. Ну, короче, это было как-то не знаю. При любой возможности, при любом стоячем члене надо всегда в рот брать. Думаешь? Да, кажется. Я по такому принципу жил. Тоже такое было? Ну, конечно. Так, Аня. Аня. Факт, ебать, нихуя себе. Блядь, это вы меня пожалели? Дошло дело. Чисто из жалости, блядь. Сейчас будет несложно. Типа, выходила ли ты из дома... Хоть раз. Выходила ли ты из дома? Ну, типа, без нижнего белья. Типа, там, в юбочке, без трусиков, или не было часов там. А ты выходила, мне интересно, Руди? Я без трусиков выходил из дома. Не, не выходила. Ну, типа, мне не нравится ощущение. Нет, типа, когда пизду продувает? Ну, я хожу. Это мне... там... продувает, ладно, ну, типа, если это юбка, ну, тоже как-то... Пизду не только продуть может, ты прикинь, тебе пыль, блядь, попадет. Пизду, может, хуй залетели, блядь. Без трусов даже спать нельзя, если ты даже трусы другой ткани наденешь, какой-нибудь там, блядь, синтетик. Не, ну, без трусов спать можно. Да, кстати, это факт, потому что я однажды уснул, у меня сосуд просто, блядь, сходу. Поспала, блядь, потом ссалась, нахуй. Не, ну, может, кость низкая вообще крутая, типа, туда ничего не залезает, вообще балдешь. Ну, не залезает. Не соси, да всякие типа бактерии могут попасть, и что угодно, там молочница, хуёчница. Молочница, понял, идет просто с пакетами молока и заходит тебе в пизду. Можно резкий просто вопрос? Вот прям. Давай. Пацаны, пацаны, все трое, четверо, ой. Пацаны, вот у вас обрезанный хуй? А синикс, блядь. У меня обрезанный, у меня 30 сантиметров был до 20, нахуй, ебанули. Нет, серьезно, у кого-нибудь обрезанный хуй? Да, у меня. Реально? Да. Да я не заметил, я тебя кососал, нихуя непонятно выложил. Слушай, все призали или возраст уже? Да, в детстве, когда супер. Блядь, спасибо за 500. Почему тебя обрезали? Да, причина какая? У меня, короче, какая-то хуйня была. Я оттягивался. А, ну типа пандемия. А, у меня тоже была такая хуйня, брат. Я ссал, короче, я ссал в член, поняли? Типа, как это хуйня. И ты ходил с баклажкой, у тебя емкость была такая, блядь. Да, у меня была баклажка. У тебя хуй фимозный. У тебя такая была своеобразная инструментальная чашка. Ебать, у тебя там сыра было, нахуй. У тебя там пиздец, бля, сырная пасека была, нахуй, я ебал. Я прям очень маленький. Как будто отдел с брынзой в магазине, нахуй. Это обычно и делают в супер детстве, типа. Бля, ну мне, кстати, с камерой дрочить. Что мне в угол? Не, ну мне заебись. За что? Как выглядит, нормально? Да, но зато у вас кончается нужновато. Я помню, был момент, когда я себе решил в хуй нассать, я, короче, кожуру так сдавил. Ну мне стало интересно, мне интересно стало. Ты говорил, что ты сперму пробовал, это ты говорил? Не, я не то, что пробовал, а сама в рот залетел. Помпочка, это такая, вот это хуйня, набираешь мочу, это типа, когда у тебя денег нет до петарды, Новый год, и типа, ты хочешь хоть что-то пробовать. На кого? Типа, набираешь, как пфф. Ладно, а то, что... Пробовал свою сперму на вкус? Не, я только Марка пробовал. Охуенная, блядь. Самый охуенный ответ на этот вопрос, свою нет. Да. Лучше уже не будет, можно не задавать такую хуйню. Лучше уже не будет, да, блядь. Свою нет. Свою нет. Ой, я помню этот момент с караваем. Спасибо. А кто сейчас вопрос задает вообще? У меня просто вопрос есть. Я, блядь, вы просто пиздите, я думал, что я подожду, типа, похуй. Тебе? Да. Может, Симиксу, он вообще без вопросов. Ну, давай Симиксу. А что мы ждать? Давайте я дам вопрос, тут можно, типа, тут не на личном. Вот есть такой вопрос, если что, сразу GTA RP. Короче, если бы стоял вопрос вашего выживания, вы бы убили домашнее животное в GTA RP, чтобы его сожрать? Нет. Бать, вопрос, нахуй. Так сидеть мало. Или вы умираете, или вы убиваете, съедаете. Вот так сидишь, просто человек целый час молчал, а потом нахуй заряжает, блядь. Я лучше сдохну, блядь. Я лучше фотосинтез буду делать, блядь. Мне кажется. Не, ну вы просто представьте, я буду питаться солнцем, как растение. Мы сейчас не сможем правду ответить, понимаешь? Да, но ты не очень охуенный в этом деле, блядь. Мне кажется, любой бы человек почти так сделал, потому что вы представьте, ну, типа... А что дальше будет? Человек 30 дней голодает, ты умираешь от мучительной смерти. Так еще и твои животные голодают. Опа, как нам стало?
Да. Ну, блядь, нет, котика собачка. Ну, давайте не будем в этой хуйне рассуждать, пожалуйста. Аня завалила вопрос. Вадь, скажи честно, ты вот бы Сэма не съел, пиздец, я бы с кайфом, нахуй. Бля, я бы большой, нахуй. Ну, в кота понятно. В кота. На моем сервере. Я бы съел бы Наташу. Да, бля. Да, да, да. Я побежала. Спасибо. Давай, все, давай. У меня пробежка, у меня пробежка сейчас. Беги, не беги, подсоединешься, давай. Хоть сколько мам? Что за хуй текст? Давай, кто сейчас вопрос задает? У меня вопрос есть, экспресс. Задайте мне вопрос. Кто сейчас задает? Ну давай, задавай. Я тебе уже задала, получается. А, это мне? А подожди, а Симикс, а ты сделал бы? Ты бы сожрал? Да конечно, что за ебаный вопрос, блядь? Нет? А ты представляешь, тебе три, около пару месяцев убирать от мучительной смерти, пока ты похудеешь, у тебя начнется бред? Нет, да я не уебал я свет. Буду бегать. Я гиперактивный, я чик-чирик и буду бегать по улице. Чик-чирик? Не, а ты будешь просто в комнате сидеть, и типа пока тебя не выпустят, пока ты не сожрешь. А он бы в туалете сидел бы с дробовиком, и типа два, пока что ли худей пробежит. Я просто буду по комнате бегать. Все, пон. Так, вопрос, давай. Вопрос из за доната. Что, Google? За что? Давай, давай. Задавай, за что, Зай? Ну, нужна Руди для него. А ты подскажи. Что она съебалась просто с ним? Может, я в угле стоял, нахуй. Сейчас придет, наверное, посрать пошла. Подождите, ребят, можете помочь? Чат напишите, пожалуйста, чтобы Лёша в подстол залез. Да иди ты нахуй, подстрекательница, блядь. А чё ты, блядь, а я в угол должна нахуй вставать. Давай в угол, блядь. Давай, я сейчас, блядь, стану в угол, а ты... Вот, под стол пишут, под стол, давай. Ну и все, нахуй, в угол тогда не стану, блядь. Вы, блять, а где Руди? Вы в комнатах простримите одновременно? Да, блядь. Ой, халюси, да, мои маленькие. Слава мне, параллель рубила, говорю, надо. Я очень халюси, розовые мои писи такие гладенькие. Вопрос для Руди. Да. Вопрос с доната. Ты что, ТикТок смотришь, блядь? Было ли такое вот то, что когда ты пенсил сосёшь, то, что вот эта хуйня, то, что у тебя на губе как-то царапает пенсил или вот что-то а такое. А что за хуйня у него на губе? Ну, претензий не было. У тебя пирсинг. Пирсинг. Все, ну это из чата, я считаю. Ну, либо мне не говорили. Не, я уже не помню, это было ли. Просто у человека весь хуй расцарапан, но... он молчит, блядь, терпит нахуй. Мне вот на днях проколол. 8 назад ты сосала? Ага. Не-не, губа проколота. Носа, продолжай. Да, вот было крыло носа проколото недавно буквально. Но губу было бы сложнее проколоть, потому что она просто толще, и ты чувствуешь, как тебе два раза проебывают, типа, первый. А ты знаешь, как у тебя, кстати, дыра в носу останется, блядь, третья ноздря, нахуй, после пирсинга, ты в курсах вообще? Ебать, мой хуй. Зарастет? Давай, задавай вопрос. Она не зарастает. Смотря по цвету кожи, но да, она все равно останется, как шрамик такой. Ты еще беленькая. Вроде как. Я смугленькая, это нормально. Ты бледненькая. Я смугленькая, что-то такого, переживаю на эту тему. Я не говорю, что нужно переживать, я просто говорю, что, блядь, на бледной коже намного виднее, блядь. Да, блядь, смените вы тему, ебаный ваш рот, блядь, заебали, блядь! Руди, задай вопрос. Одна, блядь, про кота закинула, ёбаный сыр, блядь. Бля, у меня все мокроты из глотки вылезло, блядь, прям маска. Ну, вот прочистила заодно. Серьезных отношений. А? Это Сережа. Вопрос, который я не слышала. Хочу слышать. Хотел бы ты Сережа. Серьезных отношений, ну, типа, с девушкой. Ну, у меня не было никогда отношений. Он не хочет, он говорил, что он не хочет секса, он хочет целует, любви, обнимаешь. Нет, у меня... Нет, ну, у меня не было никогда отношений, я... Задонатить. Уедем потом, Жорж? Поезжай лес, ты. Куда? Да, куда это вы едете, блядь? Это что у вас происходит, нахуй? Я тоже хочу. Жорж, едем? Да. Куда? Да, хорошо. Какая тебе разница, блядь, куда нахуй? Тебя ещё ебёт? Своё разницу дело, блядь! Походу ебаться, слышь, Вадь? Иди с собакой погуляй, блядь, там. Лафа, мы едем? Жорж, задавай вопрос. Едем. А я сейчас задаю. Вадя... Вы заебали, блядь. Давай задать такое, то я не знаю, я тоже давно не отвечал. Было ли у тебя такое, что... блядь, ничего я не знаю даже. Было ли у тебя такое, что...
Блядь, да же нахуй, сука, сказать тебе нечего. Где писать? Сука, давай. Дома сидит постоянно, блядь. Я не знаю, блядь. Я не знаю, что тебе сдать, Вадь. Скажи, что тебе сдать, я задам, типа, может, типа, запиарить инсту или что-нибудь. Помогите Ваде вопрос придумать. Ладно, давай что-нибудь про... Да, давай просто, можно, короче, можно, вот как. Вот ты сейчас получается, в отношениях. Ты же, получается, не в отношениях? Да. Вот, за это время, как ты рассталась с Наташей, были ли у тебя серьезные мысли воссоединить с ней брак? Брак. Ну, не знаю. Какой брак, блядь? Ну, блядь, ну союз ваш душ, блядь. Союз, блядь, душ. Брак это типа брок. Союз. Союз душ. Союз ванна. Были, были, и что? Чё мне врубить, блядь? Чё Ваня? Нахуя ты делаешь? Гиппинс! Ваня, Ванечка, ты же очень хорошо знаешь Твич, да? Да. Можно вопрос такой? А ты когда-нибудь дрочил на какую-либо стримершу? Нет. Он сейчас даже дрочит, блядь, отвечаю. А вообще на кого-нибудь дрочил? Да нет, блин, ну это вообще бред же, нахуй, на Твиче, на человека, бля, в прямом эфире, нахуй я не так дрочил. В прямом эфире, ну нет. я, кстати, тоже не понимаю такой темы. Распечатанный, блядь. Я думаю, что с фотографией, нахуя, нам, бля, как фотография, нахуя? Какой текст, бля. На что ты дрочишь? Не, мне нравится порнушка просто смотреть, честно говоря. Это, бля, второй вопрос, нихуя себе придумали. Ну просто для души, ответь на души просто. У него, короче, в подписках одни, блядь, девочки, одни. На Твиче, уже Сережа. Да? Да, он только их и смотрит. Там я захожу, он заходит, короче, на канал какой-то девки, у него там сколько, 150 тысяч баллов. И он все время сидел у него на стриме. Ну, подергиваешь пенис еще, на самом деле это нормально. Я? А что в этом такого? Да, ты! Это пиздёж. Ничего такого нет, ну просто... Ну да, Ванёк, да пиздёж. Ванёк, давай вопрос, ебашь. Бля, ну и чё ты мне теперь спрашиваешь? Пишут, Диппинс пиздовал. Не, нахуй, положа руку на сердце, блядь, какой-то хуй текст на стримерши это делать, блядь. Я делал. Было. Прям на, ну... прям на эфир? Угу. Бля, у меня ни разу такого не было. Не, это был один раз, когда я малой еще был, у меня были гормоны, блядь. Году 15-м. Бля, и чё спросить, нахуй? Ёбаный в рот. Чё, такая тишина мёртвая, блядь, вы чё, играете? Я включу давайте туда. Давайте офнем, давайте просто выйдем, просто опять вот эту начальную идею просто ливнем, чтобы никого вопрос не задать, придумать, просто ливнем. Let's go, давайте. Давайте заебали, блядь, вопросы пиздец легко придумывать. Давайте я задам. Давайте я задам, если что. Давай, Амин, давай. Давай, Вадь, давай, Вадь. Давайте, так я или Вадя, блядь? Давай, Амин, давай, я быстрее. Жулич убежала, сдавала. Давай тебе, Вадь, у тебя было когда-нибудь, что ты ебался с тем, кто тебя не привлекал? Нет. Вообще нет. Вообще нет. Вообще нет. Может быть было, кстати. Ну ёбни чё-нибудь, Серёг, давай, я же вижу, хочешь, блядь. А? Давай, стреляй, стреляй, Серёг. Вижу, хочешь. Заряжай. Заряжай. Ну давай. Сидит, блядь, глаза бегают. Нет, ну правда не было, правда. А когда-нибудь так... палили тебя, что ты дрочишь, вот наяриваешь там родители, нет, девушки? Нет, мне везло. Ну, меня палили по истории браузера. Серёг, мама, Серёг. Прикинь, рассказывай историю, мне было сколько лет, блядь, 13, мы жили, короче, в Москве, в загородном доме, и у меня была моя комната, типа, и за стеной была комната брата, и я что-то мне в голову ёбнула в один момент, там, 12 часов дня, блядь, суббота, нахуй, школы нет. Я выхожу из комнаты, такая, захожу в ванну, делаю свои делачики, бринкаюсь, там вся хуйня, и прихожу к брату в комнату спросить, как у него дела, просто не знаю, нахуя мне это вообще захотелось. Я захожу, блядь, а у него стоит, типа, вот, в смысле, не у него стоит, член. Тоже, но я захожу, типа, а у него так получается, что вот... У него стоит, блядь. Вход, вход, а у него, типа, вот, шкаф, и, типа... Вход, это в прямом смысле вход, или вход? Нет, вход. Дверь, дверь, дверь. Типа, жопа? Просто портал, ебать. Вот вход, шкаф, вот так вот стоит. Бендермир. Да, да. И вот так вот стоит стол, типа, я, получается, боком вижу, как он сидит за столом, и он наяривал жестко. Ебать, у меня тогда... Я сказала? А что ты сказала? Жила, брата, ёбнешь. Я тогда дверь не убежала. Я такую порношку люблю смотреть, пиздец. Нет, моя реакция была просто... Сестра, что ты здесь забыла? И они становятся, Слав, они там становятся сбоку, видят это и начинают дрочить, да, типа. Да, 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 такое тоже видел. Я серьезно, я зашла туда, я просто, я помню, как сегодня, блядь, я сказала ой, и все, это был мой первый раз, когда я видела... Такая ой, ой. Не надо. Эй, долбоебушки, блядь, тише. А мне бабуля говорила, руки на одеяло положи, нахуй. Ой? Что бабуля говорила? Ну, положи руки на одеяло, она все время проверяла. Слава.
Что, она, блядь, сорила мокрые у тебя руки или нет, блядь, или что? Не-не-не, ну типа, чтобы я не засовывала. Мокрая или пизда? Какая рукой, блядь, такая? Нормально. Просто спит, бабуля проходит, блядь, просто не поднимает нахуй. Блядь, что за пиздец? У тебя хуй стоит, да. Ты не понимаешь, что у тебя сперма просто... Слав, а можно вопрос? Да. Слав, а у тебя лоб не потеет под повязкой? Ты шерстяной, блядь, обечный. А у тебя под маской. А у тебя было, что бля, у меня так потело? Кожаный, бля, с жопой просто, нахуй. У меня так ебло потеет, ты представить себе не можешь. Мне надо кажется, что у меня, нахуй, под маской. Так снимай, что ты паришься, блядь. Давай, я повязку, а ты маску, блядь. А может быть, есть просто на нос? Слушайте. А я попробуй реально, слышь, попробуй реально что-то на нос, типа, тут как у клоуна ебан. А, ну, бля, жестко, да, да. Да пошел ты на. Так, вопрос, ребят, что-то Индиана что-то на вопрос не задавали. Потому что его нахуй кикнули из склада, наверное. Я хотел спросить вопрос у Славы. Давай, брат. Ну, спроси. Слава, короче, в Бравлике было такое, осталось один на один, типа, у тебя было, например, 15 куб, ой, этих, ну, короче, баночек или 10, а у челика было баночек 3-4, и проебал, ему. Тебе шалка остановилась, и ты просто... Да, в зону, да, убирал, было, чтобы, было, типа, было, было, было. Они еще понял, с маленьким начинают спамить, типа, слезы. Да, да, типа, плачут. Да, 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 сука. Ну, блядь, жалко их становится. Бля, такая же запиздец. Да, 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 я тогда, да, потом еще плакал, короче. Я после этого я не плакал, если честно. Но... После этого пошла агрессия и, типа, вот эти вот стрельбы, все это плохая тема, да, это грусть. Не стоит того. Так, давайте я вопрос. Серег, было ли такое то, что когда в Киеве было, или Вадя, по сути, совместный вопрос, то, что вы друг другу хуяку голую полили? Нет. Не-не-не. Ни разу не видели, он, да? Нет, он просто любил передо мной в трусах выйти, типа, я думаю... Там что-то, там что-то торчит, вот, ебать, или это просто пиздёж? А мне этот, выходит такой, короче, Серега один раз в каких-то плавках, блядь, таких... говорит, нахуй не смотри. И сам я просто говорю, достает его из плавок, да, нахуй. Он мне это сказал, и я не мог, бля, не пацаны, смотреть уже. Хотя пацаны, я до этого не смотрел, пацаны, но потом сразу стал смотреть. Пацаны, а у вас был такой момент в жизни, когда вы ходили, короче, в трусах вот этих Т-образных, поняли? В детстве, я в детстве гонял. А вот эти вот, блядь, треугольнички, нахуй. Как у братишки на эти вот. Да? Они писки-боксеры. Бля, из них писька выпадает всегда. Это хуетекс, как говорится. Слышишь, Сон, тебе нравится, реально? Пизда, ты там, типа, если есть попа, то пизда. Что нравится, в смысле, есть попа, блядь? Ну, трусы, которые типа... А есть трусы без попы, блядь? Просто на член надевается, как листочек кладется или что, блядь? Есть, говорю, трусы без попы, просто, да, такой, бля, листок на пенис, не, и все, блядь. Не, не, потому что это же треугольник. Ты так говоришь, у тебя жопа волосатая. Носок просто. Ну ты бреешь, блядь. Просто пластырь на залупу, блядь, понял? Такой членник. Так вот, блядь. Да, блядь. Трусы без жопы, блядь. Ну что, папа бреет, но. Это чтобы в попку можно было быстро залететь или нахуй? Вообще, какой смысл? Интересная хуйня, почему, типа... Слышите, соски запрещают, типа, показывать, но, типа, грудь можно, ну, это, в купальнике, там, а соски запрещают, там, можно это... типа, потому что сейчас сиськи показывают? Нет, а Паня, почему просто нахуй нельзя на залупу наклеить пластырь? Можно, может быть, кто-то пробовал вообще, нет? Прям на саму дырочку просто клеем залипаем. Свежая! Да, тогда можно просто кнопкой голой ходить на стриме, просто очко заклеить. Все дырки, нахуй, заклеил, нос, уши, блядь, понял? Ну и пенис, естественно. Кто вопрос задает? Не, самый охуенный стрим, блядь, был бы на Твиче, это вот этот, типа, real, dick or fake, типа. Бля, я бы хотел. Так, кстати, можно его сделать? Никто не поймет, что тебя ебут. Просто ширму ставишь и все. Кого ебут-то? Ну, real dick or dildo challenge, понял? Типа, ну, становишься просто так в упор лицом в камеру. Это реальный или нереальный, или что? Не, и тебя ебут, понял, за ширмы, типа. Либо членом, либо дилдой. Ты должен понять, чем тебя ебут. А звук будет, нет? Ну, это смотря как жопа смазана, бля, хуй его знает. Ну, типа, его можно вообще показывать звук, в смысле, чтобы он звучал? Не, ну ты должна терпеть в этот момент. Слушать. Че, блядь? Ну, вообще, челлендж охуенный. Жду в Москве. А как, блядь, это, Вадя, а как это осуществить? Типа, ху, блядь, резиновый хуй будут в микроволновке греть, чтобы он был температурой тела или чё? А не, так в жопу. Мне кажется, если бы... Да нет, все равно, мне кажется, если бы... Ну, я не знаю, в жопе чувствуется? Да. Руди, чувствуется в жопе? Руди, что в жопе? Ну, член чувствуется в жопе? По, не, типа, член, не член, знает, ребят. Именно это, блядь, теплота его. О, нихуя. Опа, Gangnam Style. О, сейчас, о, сейчас он про жопу расскажет, чувствуется или нет. Слышите, чё кикаем нахуй кого-нибудь? Из склада? Да. Он зашел на эмоциях, Вадя сделал кики, он такой, ебать, началось нахуй! Кикаем нахуй! Сегодня троих нахуй! Конфликт по расписанию. А чё не зовёте, блядь, на кик? Чё не позвали вчера? А это праздник, типа, это надо как-то отмечать?
Или как у вас в складе происходит? Там 40 человек в Дискорде сидело, блядь. Легко можно было задетектить, блядь. Ну просто это, я думал, что там. Я думал, там может Жожо улетит, там может кровать. А мне похуй вообще не в складе. Вов! Вов! А было такое, что ты. Ты к нам пришел, но было не было? Че? Нас было не было, мы сейчас будем задавать вопросы. Давай вопросы, брат. Было такое, что Хесус усосал нахуй. Погоди, Ломакой за жалости, это факт, это было такое. Слышишь, что бы ты выбрал? Чтобы тебя отъебал в жопу чел с маленьким хуем, но типа не очень страшно. Или чел из Фрикскова. Даже не почувствовал. Да, или большим дилдаком, но типа это же не человек. Лучше, наверное, чтобы мне чел отъебал. Мне, блядь. Не меня, а мне чел отъебал, блядь. Отъебите мне, блядь. Мне вопрос не задавали, но у меня бы лучше, чтобы чел отъебал. О, как тебе сообщение в чате? Кто это? Кто зашел? То же самое, кстати, меня на вечеринке Игорь Синяк спросил. Я говорю, а ты не знаешь, где братишки? Братишки, он говорит, нет, не знаю. Он говорит, а кто это? Он там был? Да. Да я его не видел, блядь. Он сказал, я не знаю, как он выглядит. Я тоже не знаю. Надо короче, работать, брат, чтобы Игорь Синяк знал. Лучше бы меня выебал чел с маленьким членом, потому что, ну, это будет приятнее, чем какой-то... А потом еще и с нормальным, да? Да. Вов, слышишь вопрос? Что? Было ли у тебя такое, что ты, типа, какаешь и пиздец мурашки кайфуешь прям? А до слезок, типа? Ну, может быть, даже до слезок, я не знаю. Ну, типа, что приятненько. Ну, чтобы прям кайф словил. Смотрите, пиздец. Рассказываю, как было. Ну, типа, я тут, не знаю, вы тут пьете, не пьете, похуй, но я правду, правду матку вывалил. Похуй, я бухой. Короче, рассказываю. Было такое, что я специально терпел, чтобы потом поприятнее покакать. Ебать. Слышишь, тебе хуёк в жопу понравится, я тебе отвечаю, брат. Если пей теперь, чтобы тебя потом отъебали нормально. Да-да, потому что что на выход, что на вход, если кайф ловишь, блядь. Ну, была такая хуйня, что... Ты, короче, пошел срать, типа тяжело, и какашечка выходит. И ты ее пальцем подталкиваешь, блядь. И потом обратно заходит. Приятненько. Слышь, Вова. Ну это уже какая-то хуйня. Аня, у тебя было такое? Нет. Не было, подвези, да, конечно, это друг, который у всех есть. Я отвечаю. Друг, который в соседней комнате, да? А было такое, типа, что с челиком поиграл в Майнкрафт и Доуту и инвайтишь 89-й? Да, бля, было. У тебя сейчас все шутки, малой, про инвайты. Давай про какашки. Было ли такое? Модератор Ивангая, поворотительный. Было ли такое, что, типа, чел тебя отъебал, ты его инвайтишь 89-й? Нет, такого пока не было. А жаль, попробуй. Можно такое заметить. Вова, у тебя был секс по телефону? Нет. У меня был такой, что я позвонил туда. И с меня 1000 рублей списало, и я маме потом отправил. Ебать! Я только что училке звонил, но такое себе. Училке, блядь. Ну чё, я пойду, я давайте. Бабушке нахуй. А чё, не хочешь остаться, не понравилось, что ли? Да, блядь. Ну, я сижу, хуя я сижу в трусах, блядь, понял? Я бы включил вебку, тоже поугарал, но вы меня не звали, идите нахуй. Так, брат, а ты хуй придешь. А он вышел, ему похуй. А ну, почему пожалуйста. Он хуй придет? Ну, у него же свои стримы. Может, он да хуй не пришел, он пришел бы. Сейчас. Пришел бы 100%. Хуй прет, ну, да, все, буду звать тогда. Будь. А он вообще не придет, нахуй. Ну, теперь он сразу не придет. Блять, он зашел, он, мне кажется, теперь точно не придет, блядь, потому что его сразу 7 вопросов про выебанивая жопу спросили. Какого хуя братишкин в Дискорде фриков делает? Уважаемый, вы не правы. Мне очень нравится, когда меня братишкин в жопе спрашивают. Реально? Да. А когда они только спрашивают, и делают еще? Ну, пока не делали, можно повторный вопрос? Тебе твоя девушка в попу пальчик сувала, как я Славе задала вопрос? Да. Реально? Это, по-моему, вообще, это любая девочка так делает. Нет, в смысле, прям по фалангу, всю фалангу в жопу? Нет, я этого не доходила, нет. Ну ты ловил, да, ее? Да ловил, да. Бля, я тоже ловил. Я говорю, да, тебе это пиздец. Бля, приколись, типа, вот когда ты спишь, она тебя во сне сувала. То есть, такое же возможно, по сути? Я просыпался от этого. Диппинс. Бля, вообще похуй, он спит. Он просто спит, он ебашит, да? Давай, брат. Пока-пока. Сексуали? Алло, а? Вань, Славик, тебе мне уже пиздохывать надо. Сексуали? Давай, так, все, давай. Да, было такое. Что? Да, обнимаю. Спасибо, было что пригласил. Такое, пока, чат. Давай, пока, все. Пока-пока. Ой, пока-пока. Что, кто? Да, малышечка. Амина ушла. Ладно. Она всегда, кстати, на час приходит.
максимум. Бля, я пока да, только занятой человек, максимум. Серьезный. А можешь хотя бы кружочек да, залить в элитную будку? Какать буду? Ну именно желательно с ракурса, прям с ануса, как вылазит. Серёж, а было такое, что зашел на блог, я скопался, что же там было? Вать, а ты реально какал, когда в элитную будку записывал кружочки? Что, что да, вы осуждаете? Он сказал спиннер. И что? Спиннер. Было, Вать, такое? Конечно, в смысле. То есть ты реально сидел, какал, серьезно? Да. В элитной будке? А у тебя было такое, вот Майк сейчас сзади прошел. Я просто, когда его в жизни видел, все, я смотрел ему на жопу, типа на очко и вот это вот. У меня такое просто много раз было. Ты смотришь ему на жопу, в очко. У него еще лицо такое, знаете, блядь, довольное нахуй. Нет вопросов. Все, это был главный вопрос, который пришел. По сути, ничего не надо осуждать, все нормально было. Это вам всем сердечки. Ребят, спиннер не надо осуждать, это хуйня. Просто старый уже, наверное, еще не родился, кто когда он на хайпе был. Пупыт осуждаем, блядь. Пупыт? Что, блядь, Simple Dimple? Пошел ты нахуй. Осуждаю, блядь. Блядь. Это все в РП я играл, Пупыт. А у меня очень много было спиннеров. Охуеть. Было 2 или 3. В твоем возрасте? Зеленый, синий, еще какой-то там был. И вроде еще с этим. А черный был? Да, на Америке. Не, черный. А белый? Белый тоже не был. У меня черный был. А желтый? Желтый тоже не был. А красный? Какие у тебя были, блин? Какие еще цвета есть, нахуй? Что вы осуждаете в чате? Не осужденка. Не осужденка, блядь. Судья поработал. Не осужденка. Бля, Сереж, ты такой смешной, пошути еще раз, пожалуйста. Такой дефолты, блядь. Я шучу хоть раз две шутки, ты просто отдашь, блядь. Бля, ебать, парни вы. Че, есть какие-то вопросы у кого еще? Бля, все, нет, всем пока. Вопросов нет. А че, а кто-то еще хочет начать? А я не заглатывал. Сейчас, секунду. Не, я... подожди, с жидкими желтками. А, все, понял. Тогда нет, нет, ни разу не было реально. Ну, ну все, короче, этот, вопросы позадавали, теперь можно кс рофлостака. Да нет, спасибо. Тебе стак смешно, пошли еще раз. Иди нахуй. Ты вроде собирался в туалет идти, нет? Ты вроде бы собирался... Он просто какашку гоняет туда-сюда, это пиздец как приятно, по лицу видно. Он терпит, да, специально, что... Да, ты кайфуешь, да, честно, скажи, как кирпич в жопу пролазит, блядь. Слезы уже пошли. Блядь, так приятно, я-то урос ебал. Слава! А? Ты когда-нибудь называл Катюху чужим именем? Не, ни разу. Случайно. А вообще, у кого-то было такое? Меня Лёша пару раз Катей называл. А, Якадзе? Не понял. Ну, какой Катя, непонятно, но какой-то Катя. Катя, как дела? Не понял. Прикол в том, что у него знакомых Кать даже не было, прикинь. А Якадзе? Не понял, нахуй. Вот у меня тоже к тебе вопрос, тварь, нахуй. Ох, тут тварь. Так это не к нему вопрос, а к Лёше вообще-то. И Катя. Мне похуй. Так, подожди, чтобы отомстить, я что должен сделать? Как тебя назвать, Лёша? Как? А, я должен... А, нет. Я должен Катю назвать Аней? Да. Нет, такой не делай. Это будет запланированный конфликт, если еще и пруфы есть. Проверьте ее реакцию, блядь. Просто на стриме. Как я ее назову на стриме? Ее здесь нет. Типа, Ань, ну, в другом каком-нибудь стриме. Аня ее зовут? Ну, в другом посмотрим, блядь. Че, все, расход? Ну, а пойду. Теперь можно и в Clash Royale. Согласен. Слава, а ты вот может было у тебя такое, когда ты типа стримишь уже типа 15 тысяч лет, а у тебя активация Windows все-таки на правом нижнем углу? Брат, а у тебя было такое, что заходишь типа Windows Store и ебать там цена нахуй? Ты такой думаешь, да ну нахуй ебать. Да не, мне компьютер дали, я не знаю, мне дали вот сборщики компьютеров, а вот там вот эта хуйня, блядь. Да блядь, что ты сидишь как-то пофиг, мне кажется, у всех тебя нет. Я тебе могу... Мне на ком приходили приставлять Windows кто-нибудь? Мне приходили, меня так отъебали. Я тебя могу скинуть, да, этот, а тебя когда-нибудь палили за тем, когда ты ебалась с кем-то? Нет, не думаю. Руди Саюки, но я могу там прийти там. Соня, у тебя как-нибудь был секс с женщиной? Попалить. А был секс втроем с мужчиной и женщиной. Нихуя себе, блядь. Красава, ебать. Я что за мужчина? Ебать. Дрон. А что за женщина? Блядь. Дроны фасолька нахуй.
В Атарис просто, блядь, в сторонке сидел, смотрел. Не, в Атарис просто снимал. Чик-чирик. Чик-чирик. Ник Леха 2010 пишет, заебок. Со стоячим членом сейчас, заебок, нахуй. Охуенчиком, блядь. Бля, а есть еще такие, мне кажется, интересно, типа вот... Все представляют, типа, там, дрочили на кого-то, на своих там знакомых, еще на кого-то, блядь. А сейчас эта вся стримерская хуйня, кто-то дрочит, представляет, типа, в фантазиях, как один ебется с этим, и с другой с другим, типа. У нас уже и так, нахуя это представлять, нахуя это представлять, уже и так каждый уже ебется, так есть, блядь, да, в стримерской хуйне, блядь. Кто? Уже все переебались. Я? Нет. Ты не самый главный. Нет. Нет? Вадя уже всех переебал, блядь. Так Серёжа же не ебался. Из сквада. Нет. Серёжа не ебался еще? Не, ни разу. Кайф. Кайф. Я буду первым, блядь. Так, кайфую каждый день, блядь. Приятного аппетита, Роптон, ёбаный. Скоро Серёгу Катюхой будут называть, блядь. Я жвачку жую, блядь. Какой аппетит, блядь. Ну те же этот вкус. Кайф. Кайф. Тебе же вкусно? Жвачка? Да. Да. Помогите. Слышите, ребята, у меня такой вопрос. У меня, короче, дома сейчас Лёха стримит. И дома еще Ярик. Слушай, Ярик Дилблин и Гришаня. Как мне сходить покакать? Так же, он же комарю жестко. Ну, да, нет, знаешь как, знаешь, просто... правильно? Ты сразу, ты быстро какаешь, недолго выпускаешь какашку, потому что с выпусканием, чем дольше у тебя открыта жопа при этом, как ты выдавливаешь какашку, тем больше шанс газы могут пойти. Больше газа знаешь, как сделать, ты должна быстро выкакать всю какашку и сразу... Не, знаешь, как еще желательно, короче, чтобы ты вот в место, где вот именно вот эта дырочка с водой, то есть озеро, поставить ладонь. Чтобы она вначале ударилась об ладонь. Нет, нет, а потом ты просто спокойно спустишь вот так. Да, да, потом она просто скатится, понимаешь, как шарик в Marbles вот этот. Ну еще можешь водичку включить для... Чтобы это похуй, типа, если плюхнется, это похуй, я могу сказать, что что-то выбросил. А, хуяли выбросил, по-любому скажу, что я обосралась. Если у меня с воздухом пойдет. Нет, с воздухом... Ты быстро, да, я говорю, нужно быстро. Ты быстро? А я обычно, наоборот, в таких ситуациях медленно давлю. Нет, это не всегда так работает. Да, надо... Чтобы, знаешь, ты почувствуешь, если там будет такой прям... Я помню, я один раз поставил таймер, сколько максимально быстро посрал. 24 секунды у меня. Нет, я поссал за 32 или 35. У меня 24 секунды. Это очень классно, когда ты быстро срёшь. У меня ебать рекорд. У меня Кент стоял у двери, я говорю, Кент, я сейчас типа мировой рекорд поставлю. Я просто засекаю время, залетаю, скидываю эту хуйню и 24 секунды. Просто один раз жопу вытираю. Потереться, типа, все понятно. Нет, ты еще посрал. Ты еще, короче, посрал вот супер быстро, и когда какашка большая, типа, ты встаешь и попа по так побаливает. Ну, типа, приятно еще. Но зато еще может пальчик залететь в нее, понял, когда она раздолбленная. Бля, она раздолбленная, да, и так немного ты ее так оп-оп. Да, потому что она так хорошо растягивается. Да. Ну, приятно попе иногда. Нет. Согласен. Всегда, типа, ребят, а вы говорили за жизнь с бомжами? Жестко, типа, я сейчас это делаю, блядь, полтора часа как раз, блядь. Извините, я тут там про какашку что-то было. Здорово, да-да-да, про какашку запиздели, брат. Ебать, меня что-то привалило. Куда? Ты какал? Да, походу, не, да. Бля, он сделал по 40 минут, пиздец. Я после зала просто. А мне, девчонки, у меня вопрос. Сейчас зал бегал, что ли? Девчонки, слышите? Я сру по часу. Девчонки, пацаны, общий вопрос. А у вас как-то было такое, то, что вы пердите при своих, так сказать, вторых половинках? Конечно, блядь, это вообще, блядь, просто... Ты чё, это залог отношений хороших. Я всегда при Кате пержу, но я бы не хотел, чтобы она при мне хуярила. Мне не нравится, честно. А, нихуя себе, ты хуял сексист, что ли? Я, Лёша тоже, блядь, стеснялся. Это наоборот, понимаешь, это укрепляет. Не, я пиздец сразу, когда с Катей познакомился, я сразу в нос ей нахуярил. У меня вторая половинка. У меня такая же хуйня с Лёшей. Да, но... Компьютер. Ты пердишь в него? Конечно. Правильно. Не, я не знаю, почему-то я бы не хотел, чтобы Катя хуярила постоянно под одеяло, блядь. А ты нахуя хуяришь? В смысле? Ну, потому что держава хуёвая. Да не держала хуёво, просто неравноценка какой-то, слышишь, да, Слава? Лапом ломает жёстко, бля. Никого не должно быть это, быть нет, некомфортно. Если это её желание, конечно, не пердеть, то да, но ты спроси её, может, она хочет насрать, блядь. Бля, Не, бля, вообще есть одна мета, как можно любой вообще поток из жопы сдержать. В кулак? Типа пятку, нет, чего? Ну, типа пятку в кулак, жопу ложишь, блядь, сидишь, да, вот так вот. А, ты поэтому всегда так сидишь, блядь, когда встречаемся? Еблан тупой, чё ты хуйню несёшь, блядь? Я вам сейчас так скажу, к нему прихожу, блядь, у него одни штаны в дерьме все были, когда я пришёл. На туре ты обосрался? Да, блядь, когда он меня позвал, вот там, нахуй, на стрим, блядь, совместно. А вы, кстати, он не стесняется, у него, типа... Чё? Взрослый возраст, это после 25? Ну, типа, сознательно, лет 12, там. Обосрались где-нибудь? Или обоссались?
Я прям сейчас обосрался, я поэтому не встаю, у меня пиздец подлива течет. Я подсирался, но я нас быстро контролем вытянул. Я тоже такая хуйня, когда от жесткого смеха, ну вот прям совсем. У меня, и конечно, не у меня, у моего друга, блядь. Да, блядь. Ебать, чел обосрался, нахуй. А у кого-то была такая хуйня? Прописить, вы че нахуй? У кого-то была такая хуйня, вот просто вопрос опять ко всем, что вытираете жопу, короче, и бумажка прорывается, и пальцем в анус прям в грязный. Ой, ебать ты борщеная, да. Братишка, блядь, нихуя себе. У меня так было. Много раз, типа, я не побывала, бумажку много-много раз, и там невозможно. У меня было, ебать, подстава ебаная. Я прям вот так, у меня палец так зачерпнул жопу, я почувствовал, прям вот так сразу выебался. Ну я, слышишь, я не растерялся, сразу слезал вот так просто, и все. Потом по локоть, нахуй. Там по хуйне, там просто остатки были, бля, как будто Нутеллу ебнул. Не помню, один раз жопу вытирал, и все равно бумага зацепляет запах вот этот ебаный, ты вроде руки помылся нормально, а потом еще рука попахивает немножко. Бля, вот странная хуйня, в каком возрасте не говори про говно, всегда смешно, какой-то, бля, мета какая-то. Еще у меня была, я очень запах почувствовала.